Эль, журнал мод номер один в Украине, презентует. Соня Забуга для меня — это человек-интуиция. Это человек-вдохновение, это друг и наставник. Это человек, которого хочется видеть часто, обнимать крепко, с которым хочется танцевать до утра и болтать без умолку. Просто людина с великой литеры. Чуткая, чувственная, ранимая, мягкая. Глубокая, умная, с очень высоким уровнем интеллекта. Соня Забуга прежде всего для меня — это мой учитель. Мне кажется, более профессионального человека в мире моды в нашей стране однозначно нет. Удерживаться во главе такого мощного издания, удерживать его прогрессивность, его модность, его легкость и тонкость – это большая ее заслуга. Это человек-энергия. Соня – это целый мир. Это не просто человек, это огромная вселенная. Настоящий друг, с которым можно было поболтать не только о работе, а о жизни, да? Человек, который очень быстро говорит. Говорит так быстро, что я никогда ничего не могу понять. Мало того, она меня вгоняет в комплексы. Соня – это человек, который упадет в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстро говорящий человек на Земле. Я желаю тебе, чтобы весь тот позитив, вся эта положительная энергия и твоя доброта, которую ты отдаешь людям, а я это очень чувствую, потому что я тебя очень люблю, возвращались к тебе прям в трехкратном, тысячекратном размере и делали тебя самой-самой счастливой девушкой на этой Земле. Сонечка, я тебя очень люблю. Я бажаю нам, Соня Забуга, з тобою гарних проєктів спільних. І щоб журнал «Ель» розростався не тільки в висоту, але й в ширину. Пусть этот ваш Новый год будет еще продуктивнее, еще счастливее, еще радостнее, еще ярче. В день твоего рождения я тебе желаю море, цветов, улыбок. И я пойду с тобой в разведку. Прежде всего, найти свое счастье. Раскрыть нам всем однажды секрет ее вечной молодости. Я желаю Соне Дольче Вита во всех ее начинаниях, в ее путешествиях, в ее жизни, ну и в работе, конечно. Соня, я желаю вам, чтобы жизнь была такой же красочной, насыщенной и интересной, как журнал «Эль». Такой хороший друг, такой крутой профессионал и наставник, такой оставайся, такой, как ты, больше нет. Чтобы ты могла расслабиться и получить удовольствие просто от жизни, забыв о работе. С днем рождения тебя, дорогой, прекрасный, умнейший, тончайший человек. Сонечка, с днем рождения. С днем рождения. Соня, с днем рождения. Соня, с днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Сонечка, с днем рождения. С днем рождения тебя, Соня. Соня, с днем рождения. Люблю тебя.